16 сентября в Медицинской академии имени Георгиевского состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной профессору, доктору медицинских наук, директору Крымского государственного медицинского института военные годы Сергею Романовичу Татевосову. Я считаю, что открытие мемориальных досок имеет важное значение в том плане, что дает возможность не только сохранить память о человеке, но и дает возможность увековечить его имя для потомков. Вот сегодня, когда мы открывали доску профессору Татевосову, его имя было необоснованно как-то забыто в Крыму. А человек этот, помимо того, что около 40 лет посвятил себя науке, медицине, здесь в Крыму работал, руководя двумя учебными заведениями и в Симферополе, Симферопольским медицинским, и в Ялте, не куратологии имени Сеченова, внес огромный вклад в науку. В мероприятии приняли участие руководство университета, студенты, родственники и знакомые профессора. Сергей Романович был не только отличным административным, научным и медицинским работником, но и хорошим семьянином. Его родные с теплом и любовью вспоминают о времени, проведенном вместе. Я очень хорошо помню своего дедушку с раннего детства и до, к сожалению, последних его дней, в 79-м году, когда он умер. Были очень теплые отношения, мы с сестрой дедушку очень любили, мы часто виделись, мы приезжали в Ялту, он приезжал к нам в Сочи, вот. Мы любили вместе проводить время, мы много разговаривали о событиях, которые происходили, могли говорить и о политике, могли говорить, безусловно, и о медицине. Сергей Романович Татевосов посвятил медицине всю свою жизнь. После окончания медицинского института он занимался научными исследованиями и совмещал работу по специальности. В 1938 году Сергей Татевосов возглавил кафедру терапии в Симферопольском медицинском институте, а в 1941 стал его ректором. Сергей Татевосов внес большой вклад в развитие медицины в Крыму.